Всем привет! Хочу поделиться рецептом очень вкусной и полезной капусты. Нарезаем мелко капусту. Я взяла капусту весом 1 кг 700 грамм. Отправляем нарезанную капусту в большую миску. Дальше нарезаем соломкой сладкий перец. Отправляем его к капусте. Затем натираем на крупной терке одну морковь и 3 яблока. Теперь нам нужно все соединить. Хорошо перемешиваем. И поливаем растительным маслом. Дальше нам нужно закипятить 1 литр воды. Добавляем 80 граммов сахара, 1 столовую ложку соли. Затем выдавливаем сок 1 лимона, или же можно заменить на уксус. Выключаем воду, добавляем лимонный сок и снимаем с плиты. Заливаем капусту горячим рассолом. Можно снова все хорошо перемешать. Накрываем крышкой или тарелкой, а сверху ставим что-то тяжелое, чтобы капуста была под прессом. Оставляем в холодильнике на 12 часов. Вот такая замечательная, сочная, ароматная капуста получилась. Очень вкусно и полезно. Приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!